Вася, мистер Дидис, уже из Белоруссии пилю. И, собственно, здесь говёный интернет, и видео выкладываются хреново, мягко говоря. Так, ох, тоже ёлка упала. Как всегда, со стрипа каст. Так, вот потише сделаю. Чёрт, как не достаёт. Так, все запущено. Да, итак, собственно, сейчас я уже в Беларуси. Тут хорошо. Тут Европа. Так, насчет игр. Буду сейчас... Я так посмотрел на свою статистику канала. Понял. Ладно, проехали. Я тут себе немножечко накопил. Монеток. Да и купил, собственно, парочку оружий. Это премиумное оружие. Вот это оружие, да, оно дешевое было вообще. 100 всего лишь стоило. Премиум за денег. А вот, собственно, РПГ-7, он был уже довольно дорогой. Типа... Не могу сейчас как-то говорить, напряженный момент очень. А, да, я надеюсь, что в скором времени Тантастик уже обновят, что вот уже обнова, она здесь. Вот она, что скоро уже здесь будет, так сказать. Может даже сегодня запилят, я не знаю. Сегодня у нас 8 августа. Хотя обещали не раньше 27-го. Ну блин. Эй. Ладно, пофигу. Сейчас вообще не при деньгах. Вот у меня флэйрган, этот РПГ. Как видите, тут больше ничего нету. То есть я себе особо ничего не читерил. Вот. Вот у меня бренд. И мне сейчас нужно только одно. Мне сейчас нужно то, что будет немножечко
Блин, еще какое-то говно откроется. Вот хорошая вещь, наверное. Мне интересно, вот смотри, скорпион, и это скорпион, и это скорпион, и это. Бред какой-то. Короче, мне ничего сейчас интересного здесь не открывается. И этому тоже ничего тут интересного сейчас не открывается. Вот, у меня ранг 23, мажор. Ранг под названием мажор. Так, он слайд. Медик. Все. Ну. Ну и на мой пушек я тут понатаскал. Да, слушайте. Ну вот что значит на высоких уровнях играть? Теперь я, значит, с этими игроками на более высоких уровнях играю. И здесь просто пиздец начинается самый. Ооо, все опущено. Давай. 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 Черт. И ты тоже. Давай, помирай. Тихо. Тихо. Ну вот, надеюсь, значит, обнову танк-тастик. Что еще можно сказать по танк-тастику? Да, в принципе, ничего. Я уже все давным-давно высказал. Просто надо сейчас какое-то видео снять. Стрёмно как-то вообще без видео. А там Кубинка до сих пор выкладывается, потому что интернет гумно. Вот я эту Кубинку чёртову пытаюсь выложить уже невыпенное количество просто дней. Она у меня уже вторые сутки висит в загрузке, все видео эти. Там около 4 гигабайт. Ну, а Wi-Fi здесь не самый лучший. Надо брать что-то поубойнее. Ну, ты где там? Вон там этот жердяй, походу, бежит. А, вот и ты. Все, и никого уже нету. А, нет, есть. Готово. Так, халявная экспо. По экспусь немножечко.
Тебе просто буду играть. Так. Ладно. Подкастик получился коротенький, ну, по боку. Сейчас еще что-нибудь подберу. Я уж думал, весь бой закончился. Вот. Итак, собственно, сейчас бой уже кончается. Здесь, да блин, да добейте вы его уже. Как долго вы их всех добиваете? Ну, блин, где противники, а? Смотрите-ка. Никого. Вот за гранатки спасибо. Сервер святой. Это будет третье пришествие. Да, у него, конечно, этой пушки нет. Вектора, но... Вещь хорошая в любом случае. Блин. Недолго мне тут, походу, жить осталось. Не, он дамага. Я его бросаешь. О, да. Чем на меня вообще никто внимания не обращал? На этой волне вообще всем было насрать принципиально.
Ну. Эй, серв. Серв. Ват. Ой. Да, нормально так. Ну тогда пока куплю патрончика себе, что ли. Запасусь, так сказать. Ну одной монетки не хватает, офигеть. Ну не представляю, что будет, если я куплю здесь премиумные патроны. К премиумному оружию. Так, ну пока вся эта хрень пройдет. Собственно, что? Вот у меня 11 ног хмелов, да. Вот он, это снимок экрана. Сейчас покажу. Вот. Не двигается. Вот это сейчас с ним экран был. Короче. Ну вот так вот. Там тастик, по всей видимости, решили наконец-то обновить. Никто ничего не видел. Да. Что за хрень. Ладно, тогда всем спасибо за просмотр, наверное. С вами был мистер Дивис. Всем удачи, всем пока. Может быть, сегодня сниму танктастик. Может быть. Короче, всем пока.